коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике «Дайджест». На реконструкцию и строительство дорог наш Пермский край в будущем году получит 106 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение о распределении между регионами страны межбюджетных трансферов подписал накануне глава правительства России Дмитрий Медведев. По общим подсчетам, на развитие и улучшение дорожного хозяйства регионы страны получат около 9 миллиардов рублей. Среди регионов львиную долю средств на улучшение дорог получит Республика Татарстан – 390 с лишним миллионов рублей. На втором месте Самарская область, ей достанется 192 миллиона. Нижегородская область закрепилась на третьем месте. На ремонт дорог здесь выделят чуть более 184 миллионов рублей. Судя по всему, в этих регионах дороги хуже, чем в Прикамье. Выставка «Новогодние открытки» открылась в Краеведческом музее Кунгура в преддверии самого волшебного праздника года – витринных экспонатов с середины 20 века до наших дней. На открытках изображение курантов, башню Московского Кремля, Деда Мороза с гостинцами. В 1961 году после полета первого человека в космос на них изобразили седовласого волшебника с космонавтом в оранжевом скафандре. Также Деда Мороза можно увидеть в каске строителя БАМа. После Дед Мороз освоил различные летательные аппараты. Для открыток конца 60-х характерно сюжетное изображение природы. Причем картинка была выполнена в бело-голубой гамме и располагалась в рамке. На фоне белого фона пустая открытка и подарочные открытки с изображением советских мультфильмов. Все это разнообразие и буйство красок кунгурики могут увидеть в рабочие дни Краеведческого музея, создав таким образом себе новогоднее настроение.